Повышение безопасности дорожного движения и реализация программы «Безопасный город» – эти вопросы обсуждались на координационном совещании с руководителями федеральных органов при главном федеральном инспекторе по Кировской области. Напомним, что в России работает программа по безопасности дорожного движения, которая рассчитана до 2020 года. Основная ее цель – снизить смертность при дорожно-транспортных происшествиях. По итогам 6 месяцев этого года в Кировской области количество погибших снизилось с 96 до 80 человек. В текущем году перед правительством области, органами муниципального самоуправления, госавтоинспекцией, другими заинтересованными организациями, ведомствами стоит задача разработки отдельной программы повышения безопасности дорожного движения на период 16-20 годов. Свои предложения мы уже направили в Министерство транспорта области. Несмотря на то, что показатели смертности при ДТП снизились, но на уровне других субъектов и в целом по России, Кировская область пока выглядит далеко не лучшим образом. На 100 тысяч населения смертность от ДТП более чем на 30% выше, чем среднероссийский показатель. Суть сегодняшнего разговора со всеми, от кого зависит это, не в том, чтобы петь дифирамбы, что вот у нас кривая пошла там вниз, а в том, что нужно сделать, какие резервы найти, чтобы потянуться к общероссийскому показателю, чтобы все-таки, согласитесь, когда за полгода мы теряем 80 человек на дорогах Кировской области, это ужасная цифра. Еще одна тема для обсуждения – это внедрение в Кировской области системы «Безопасный город». В результате в арсенале правоохранительных органов появятся эффективные технические средства для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений по горячим следам. Например, в городе Кирове, в Кирово-Чепецке, в районе единая дежурно-диспетчерская служба. И вот эта программа – это инструмент работы этой службы, чтобы она могла мгновенно реагировать на любые штатные и нештатные ситуации, возникающие. Михаил Конышев, Валерий Никулин, «Вести», Кировская область.